Вам нет Флосси? Звучит еще хуже, чем Флорет. Флорет было очень популярным местом. Сюда приходили разные люди, как, например, Гектор Пау рассказывать мне, как он накануне провел вечер. Его планы в телесериале, на 13-недельного показа его сняли с экранов. Вы часто приглашаете девушек на прогулки? Это так мило. А я подумал, что тебе понравилась машина. И машина тоже. Вы очень редко смеетесь. Вам пора домой. Ваша жена, наверное, дает один из своих знаменитых балов. Брошка? Ее что, забыл один из гостей на вашей работе? Вот теперь мы поговорим. Это и есть Ларк де Триумф? Хочешь сэндвич? Сэндвич. Сэндвич. Хочешь воды? Нет, терпеть не могу пить из банок. Позвони в Нью-Йорк Стивенсу и закажи какие-нибудь стаканы поприличнее. Кто это Стивенс? Это фирма, которая изготавливает стеклянную посуду. Точно, я о них слышала. И кроме того, я обещала не шевелить губами. Знаете, я научилась выбирать одежду. Моей прической занималась пьяня обо мне. Вы курите? Нет. Не возражаете, если я закурю? Так как вас зовут? Фло. А фамилия? Фло М. Филипп Кеннелл. Я хочу начать собрание с того... Полная чепуха. Это действительно наиболее эффективное сооружение, отделяющее нас от наших страдальцев-друзей. И когда грянул гром... Вокруг происходило что-то важное, хотя я ничего и не замечала. Передай от меня привет Ивоне, Райзе. Я буду любить твой животик еще больше. А тебе ничего подобного. Когда она в последний раз видела твой животик? Привет. Ты кто? Иди сюда. Ты чья такая? А я Фло Матч. Так ты... Конечно, ты можешь это позволить. Но так нельзя, это арендуемый дом. С друзьями видеться ты мне не разрешаешь, ты не хочешь, чтобы я работала, боишься, что нас могут увидеть, поэтому мы не... У меня 20 костюмов от Шанель, занавески за 30 тысяч долларов, но тебе не кажется, что этого мало, чтобы чувствовать себя живой? Красивый костюм. Боже, пора ехать. Скажите ваше имя, я передам Джулсу, что видела вас. Всего хорошего, миссис Мендельсон. Можешь смеяться, но все... Ты бы удивился, еще мне рассказывала Гласси. Например? Рассказывала, что могут сделать, становится неудобен. Неудобен? Да, как... Людей. Нет, это все вы и ваши чокнутые за... Нельзя ли быстрее? Знаете, я передумала. Отведите меня в Шато Мармон на... Как я понимаю, мы оба оказались у разбитого корыта. Как вы вообще можете общаться с этими людьми? Вы такой ум... Мать была одной из них. Она обучала меня в лучших школах, покупала мне лучшую одежду. Смешно. А я всю свою жизнь старался убежать от таких, как она.